Полиция Франции оцепила квартал. Ага. Проскочили. Вот мы видим. Так скажем, это квартал иммигрантов. Вон машина на 4600 Peugeot специально делает провокации. Или он не в курсе, сколько тут народу полицейских собралось. Но сейчас они ему дадут понять, сколько их. Заехал в эту толпу. Там человек 50 полицейских, жандармы зашли. Он музыку включил. Хотя не запрещено, но сейчас время 23:15. Поставили полицейских, то есть пожарников, на всякие пожарные. Движуха начинается. Мое личное мнение, сейчас бы ноги в руку и рвать когти отсюда. Вот люди вышли посмотреть, что случилось. Жандарш позвал, Юта, раньше. Тебе бомба, она жандарш. А, Юта, я не долго. А остановка тебе где нахуй? А это Осери? Нет, местный тебя. Жусти Шарлю, я один, вот Шарлю. Китай? Полицейские авиа. Это этот наш модель, да, был. Шлелкши, бакши. А, вишело. Бакши, машины.
Хазбюсь. Так, полиция оцепила площадь. Начинается зачистка. Надо уходить огородами. Да. Ça commence. Уходим. Да, бизнес сам дон, да, опять.